Неуловимая красота в живых красках, линиях и образах. От живописных уголков родной Владимирщины до бескрайних просторов России. Именно так видит окружающий мир знаменитый художник Виктор Шамаев. На этой школьной выставке представлены десятки его картин разных лет. Есть даже графические работы, которые появились еще во времена обучения художника, как эти башмаки из далекого 46-го года. Виктор Иванович рассказывает, что всегда любил рисовать и постоянно оттачивал свою технику. На встречах со школьниками мастеру часто приходится отвечать на вопросы, трудно ли быть художником и что для этого нужно. А еще раскрывать некоторые секреты живописной техники. Главное качество художника – это любить свое дело и понимать то, что ты делаешь. И знаешь, что это нужно, необходимо. Работаю я дистиллированной водой. Вот снеговая, там после дождевая вода, но не водопроводная. После пользования нескольких раз краски после этой воды каменеют. Трудными работать. Виктор Шамаев много путешествовал и везде находил новые мотивы для творчества. Вдохновляют художника люди и природа. Его картины хранятся во многих коллекциях России и мира, а в Германии мастера даже назвали гроссмейстером акварели. Теперь работы знаменитого художника появились и в новой 49-й школе города. Пространства для экспозиции здесь хватает, говорит директор, поэтому к встречам с прекрасным в школе готовы. В этом фойе работы юных художников размещены рядом с картинами заслуженного мастера, и это не случайно. Нельзя разделять детей и писателей, детей и художников, детей и актеров. Вот очень хочется, чтобы это было взаимосвязано, чтобы дети могли стать непосредственными участниками. На выставке и в музее, к сожалению, уходят далеко не все современные школьники, говорят организаторы. А тут экспозиция, по сути, сама приходит в школу, чтобы познакомить с искусством и вдохновить. Картины все настоящие, хочется на них смотреть снова и снова. Мне нравятся больше портреты и пейзажи, например, потому что каждая природа по-своему хороша. Такая большая выставка мне очень нравится, потому что можно увидеть, какие нарисовал картины Виктор Шамаев. Проект «Искусство идет к детям» стартовал весной этого года. Сейчас работы Виктора Шамаева могут увидеть ученики 5 образовательных учреждений. Одновременно в школах размещено более 200 его картин. Экспозиции задуманы как передвижные выставки, которые периодически сменяют друг друга и переезжают из школы в школу. Основу мы берем как реалистическое искусство, потому что именно оно лежит в основе, опять же, всех педагогических методик, которые проходят в школах. На сегодняшний день мы оформляем грантовую заявку на получение средств по поддержке этой экспозиции и намерены развиваться дальше. К слову, у организаторов уже есть несколько заявок и от других школ города. При этом к проекту призывают присоединяться и других владимирских художников. Ведь настоящего искусства в современном мире очень не хватает. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6-й канал.